Предпринимательский климат в Одинцовском округе способствует развитию малого и среднего бизнеса. Несмотря на санкционное давление, предприятия не только расширили свои производства, но и провели модернизацию, что позволило сохранить рабочие места. 6 компаний стали участниками программы импортозамещения. Результат – конкурентоспособная качественная продукция. Реализуются и новые инвестиционные проекты. Прямо сейчас в работе таких 26. Это примерно 35 миллиардов рублей привлеченных инвестиций и потенциально еще 13 тысяч рабочих мест. Это и новые склады, и предприятия, и гостиницы, и дома отдыха, и новые цеха, о которых я сказал, которые проходят модернизацию. Экономические показатели округа улучшились. Если в 2022 году муниципалитет занял второе место в Подмосковье, то в первом квартале 2023 стал первым. Это стало возможным благодаря налаженной связи с бизнес-сообществом. У Одинцовского городского округа есть большие достижения. Это рост и экономики, рост и бюджета. И самое главное, такой есть качественный показатель, рост промышленного производства. Есть оценка, как развивался Одинцовский округ за последние 10 лет, с последнего места. И сегодня, как мы любим говорить, там счет на табло, Одинцовский городской округ лучший в Московской области. И это впечатляет. Количество недовольных граждан после обращения на портал «Добродел» и в социальные сети уменьшилось в 1,5 раза, что стало следствием эффективного взаимодействия власти с населением с помощью Центра управления регионом. Всего в прошлом году в ЦУР поступило 100 тысяч заявлений от жителей. Елена Краева, Станислав Трифонов, Илья Павлов, телекомпания «Одинцово».